Добрый день. Сегодня обзор мотоцикла Yamaha Fazer объемом 600 кубических сантиметров. Данный мотоцикл 99 года, привезен из Нидерландов. Находится в московском регионе, растаможен. Сейчас я подробно расскажу про состояние расходников, покажу остаток протектора на резине. Пробег мотоцикла на одометре 37 тысяч километров. Так, по порядку, значит, передняя резина с таким протектором, но год выпуска резина 13-й, она не дубовая, без трещин, с малым пробегом. Так, вилка сухая, но пыльники надо будет менять, от времени они уже расслоились. Но вилка не течет. Если мне не изменяет память, 41 диаметр пыльников начинается даже на всем известном китайском портале. Пыльники там могут стоить от 500 даже 400 рублей. Менять их не так сложно. Если в ближайшее время не продадим мотоцикл, то как минимум закажем и поменяем пыльники. Так, колодки перед, зад. Здесь практически новые, что перед, что зад. Толщина диска, по-моему, 3,8 мм перед, задние 4,5 мм. Стоят явно новые выхлопные трубы. Так, глушитель лазер, не оригинал, но не прямоток. Так, заднее колесо. Заднее колесо. Оно практически без пробега. 20-й год выпуска. Сейчас, если найду маркировку, то покажу. Четвертая неделя, 20-й год. Про задние колодки сказал, что они здесь. Так, сейчас. Задний новый, передний примерно такой же толщины. По цепи еще с большим запасом. Есть центральная подножка. Под сиденьем есть комплект инструментов.
В зимнее время, да и в принципе в любое время года у нас есть доставка по Москве, Московской области. Также можем отправить транспортной компанией в регионы России. Отправляем мы преимущественно компании ПЭК. Отправляем из терминала города Щелково, Московской области. Стоимость доставки транспортной компании, пожалуйста, рассчитывайте у транспортной компании. Также в наличии сейчас много другой мототехники, поэтому вступайте в нашу группу ВКонтакте, подписывайтесь на YouTube-канал, подписывайтесь на аккаунт Авито. Я всех благодарю за просмотр, всем крепкого здоровья, хорошего дня, до свидания.